Таджикистане завершилось учение «Рубеж-2022» коллективных сил быстрого развертывания государств-членов ОДКБ Центральноазиатского региона коллективной безопасности. Практические действия развернулись на полигоне Харб-Майдон неподалеку от границы с Афганистаном. Темой учения является подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государств-членов ОДКБ. Совместная артиллерийская группировка подразделений Центрального военного округа и Министерства обороны Республики Таджикистан остановили продвижение главных сил боевиков вглубь территории государства-членов ОДКБ. Группировка армейской авиации Центрального военного округа и Министерства обороны Республики Таджикистан обеспечили контрнаступление главных сил. У нас сложная обстановка во всех регионах коллективной безопасности, и в Кавказском, и в Восточноевропейском. Но акцент в этом году и планировался, и был сделан на Центральноазиатский регион коллективной безопасности. Поэтому, повышая свое мастерство, слаженность, уверенность в действиях, наверное, это служит и определенным гарантом безопасности границ в Центральноазиатском регионе. Поддержку ввода в бой главных сил выполнили два звена вертолетов армейской авиации Российской Федерации и Республики Таджикистан. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 обеспечили непрерывное нанесение ракетных ударов по скоплению боевиков. Действуя на малой высоте, они попарно выходили на боевой курс, в горизонтальном полете выполнили пуск неуправляемой ракеты С-8. В завершении подразделения специального назначения провели операцию по освобождению захваченного боевиками населенного пункта. Вы все наблюдали, сегодня прошел у нас основной этап боевой стрельбы совместных учений «Рубеж-2022». Ну, как командующий хочу отметить то, что все подразделения при совместных действиях с задачей справились. Работали как подразделения и выполняли задачи подразделения, мотострелковые подразделения, танковые подразделения, подразделения артиллерии, авиация. Задачи все справились. Действия участников оцениваю на отлично. В практических действиях на полигоне Харб-Майдон приняли участие воинские контингенты государств-членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и секретариат ОДКБ. Всего около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.